На конкурс дети читают стихи. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, детский сад номер 1 «Медвежонок», город Юрюзань. Стихотворение читает Вадим Муфтиев, 6 лет. Ольга Маслова, пусть будет мир. Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите, живите достойно. Гибнет природа, гибнет планета, но неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.